Приветствую вас, дорогие телезрители! В нашей студии долгожданный гость, кандидат медицинских наук, специалист по общественному здоровью, известный во всем мире писатель и лектор Олег Геннадьевич Турсунов. Здравствуйте! Олег Геннадьевич, хочу сейчас поблагодарить вас за все то, что вы делаете, за ваш труд. Честно от себя скажу, с нетерпением ждала ваш приезд в Тюмень. С семинаром, если честно, то, что вы приехали в «Счастливая семейная жизнь» семинар, это также интересно, но если бы вы приехали с другим семинаром, я бы не меньше радовалась, честно хочу вам об этом сказать. Потому что вы поменяли мою личную жизнь. Поэтому большое вам спасибо и низкий вам поклон за ваше дело. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, счастливая семейная жизнь, и все-таки она существует? Счастливая семейная жизнь – это подарок. Это подарок за то, что человек сдал все свои экзамены. Несомненно, она существует, счастливая семейная жизнь. Иначе зачем жить тогда на земле? Если человек правильно все делает в своей жизни, он сдает все свои экзамены, то близкий человек отдается ему с благодарностью, свое сердце отдает. И наступает счастливый период жизни. Но это не значит, что не будет дальше экзаменов. Экзамены всегда будут. Но люди должны чувствовать друг друга очень близко. Они должны чувствовать, что они дороги друг другу, верны, близки. И тогда будет счастье. Олег Геннадьевич, вот скажите, по любви стоит выходить замуж? Или чем меньше привязанность, тем лучше? Просто мы знаем великих святых, которые без большой любви выходили замуж, и это просто не мешало им духовной практикой заниматься в итоге потом. Вот скажите, пожалуйста, важен ли этот момент? Нужно ли, чтобы эта привязанность случилась вначале? Знаете, если говорить о духовной практике, то чувство счастья, исходящее от человека, не мешает духовной практике. Понимаете, даже гораздо больше мешает чувство страдания. Когда люди страдают друг с другом, им тяжелее заниматься духовной практикой, чем если они счастливы друг с другом. Влюбленность, конечно, должна быть. Она должна быть, но есть разница между влюбленностью и таким радостным чувством, когда люди идут одним путем в жизни, когда у них взаимопонимание. И есть другое чувство, желание наслаждаться телом, такое жгучее, тяжелое чувство, знаете, когда ты зависишь от человека просто. Вот такая влюбленность может повредить. И она вызывает ревность и какие-то трудности психические. Но какая бы ни была влюбленность, люди чаще всего не сильно могут выбрать кого-то. Они думают, что они выбирают. Но когда приходит время, Бог дает человека, и ты уже ничего не сделаешь. Вот пришел к тебе в жизнь человек, и ты с ним живешь. Есть влюбленность – хорошо. Нет, можно просто служить друг другу, и она появится. Это вопрос отношений. То есть нужно просто трудиться над отношениями, не надо беспокоиться. У меня нет влюбленности в человека. А зачем же тогда с ним жить? Ты потрудись немножко, и она появится. И все, и тогда ты поймешь, зачем с ним жить. Ну и при этом, если она вдруг появилась раньше времени, то есть не пугаться и не надо бежать и закрывать все двери, окна от этого человека? Нет никаких проблем в том, что между людьми есть гармония. Влюбленность означает гармонию. Означает сердца гармонично настроены друг на друга. Вы как-то так немножко воспринимаете это неправильно. То есть гармония – это хорошо, просто люди часто этой гармонией неправильно пользуются, они начинают от нее зависеть, не хотят трудиться над отношениями, начинают требовать к себе внимания, начинают ругаться, хотеть больше счастья от человека и так далее. Вот это уже плохо. А то, что Бог дает подарки свои, дает возможность быть счастливыми, ничего в этом плохого нет. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот как много вы получаете благодарственных писем от людей, которые благодаря вам либо укрепили семью, либо ее создали, либо не позволили ее разрушить? У нас есть много групп ВКонтакте. Одна из групп 250 тысяч человек, 260 уже. Вот другие по 80, по 60 тысяч. И все они слушают лекции, все меняют свою жизнь. Ну, представьте себе, сколько из них благодарны. Сколько пишут письма. Да, я представляю. Я думаю, что где-то сейчас во всем мире 600 тысяч человек слушают мои лекции активно, вот так, судя по интернет-данным. А те, которые еще не связаны с интернетом, сколько, я не знаю. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот в наш век технологий, а главнее в век информационных
новостей. Даже в области ведического знания сейчас очень много находится информации. И как все-таки оставаться самим собой, не поплыть в этих знаниях, да, как говорят на экзаменах? Как не утратить свою яркую индивидуальность и при этом оставаться позитивной личностью? Вы знаете, первое правило, любое знание нужно слушать лектора. Лучше всего знания получать через звук. И лучше всего слушать того, чей звук ложится в сердце. Не нужно слушать все подряд. Просто что сердцу близко, то и слушать. Это первое правило. Второе. Если ты читаешь книжку, она должна быть легкая, практичная. Она не должна быть слишком сложная, тяжелая. Это значит, человек сам не разобрался в вопросе. Что касается оставаться самим собой, то если ты чувствуешь, что ты уже поплыл, у тебя нет вот этого чувства, что ты остаешься самим собой, это значит, что ты много слушаешь и мало делаешь. Я считаю, что вообще надо вот одну лекцию послушать, а потом уже практиковать. То есть пытаться это попробовать сделать. У тебя сформируется определенное представление о жизни, поменяется жизнь. Потом следующая лекция. Не нужно заслушиваться так, чтобы все перепуталось в голове. Вот в общении, когда мы общаемся с другими людьми, вот просто долгое время я, знаете, чувствовала, что мне хотелось всем нравиться. Это нормально, я думаю, я не одна такая. Вот знаете, когда есть чувство, вот хочется всем нравиться. Но у меня настал такой момент, когда я понимаю, что я не всем нравлюсь. И что не все, когда меня видят, улыбаются. И даже не все здороваются, вот честно. И у меня вот в какой-то момент, знаете, как реагировать, как мне в этой ситуации быть, чтобы оставаться. Я же понимаю, что от того, что со мной человек сейчас не поздоровался, я от этого хуже не стала. Ну, то есть я какая была, Светлана, да, я такой остаюсь. И как вот в этой ситуации правильно выйти из этой ситуации и понимать, что ну вот невозможно всем угодить. И мне кажется, как не вам, вот, может быть, поделитесь, пожалуйста. Женщина соткана из желания служить своей красотой. То есть ей важно, чтобы люди были счастливы рядом с ней. И для этого надо понять, как это делать. Это счастье должно идти из сердца. То есть, если вы хотите своим внешним видом нравиться, тогда будут победы и будут поражения, несомненно. На вкус и цвет товарищей нет. Но если вы будете культивировать красоту сердечную, просто желать всем счастья людям, тогда сердце их будет всегда отдаваться, и вы не будете чувствовать, что вы обижены, ущемлены. То есть нужно более глубоко к этому вопросу подходить. Нужно служить своей красотой, заботиться о людях и стараться не производить на них излишние впечатления. То есть нужно учиться более качественно служить своей красотой людям. Нужно, чтобы они были счастливы изнутри, а не снаружи. Олег Геннадьевич, знаете, по доброй традиции, вот на ВЕДА-ТВ мы всегда просим тех людей, которые к нам приезжают, учителей и лекторов, чтобы они пожелали нашим телезрителям какое-то напутствие, какое-то наставление дали, то, вот, что сейчас может быть у вас в сердце. Пожелайте нашим телезрителям, пожалуйста. Ну, напутствие такое, надо слушать ВЕДА-ТВ, надо слушать тех, кто дает знания людям. Лучше слушать и смотреть то, что связано со знанием, чем просто развлекательные какие-то передачи. Вот это у меня напутствие такое искреннее и благословение для вас. Спасибо.